Всем привет. Мы стреляли с саги на 250 метров. Смотрели падение пули. Стрелял я в одну и ту же точку и смотрел, как будет в зависимости от расстояния опускаться пуля. Потом мы стреляли на 350 метров. И тоже смотрели, как будет опускаться пуля. Все время меня мучил вопрос и большое желание пострелять на полкилометра. Вот сейчас выдалось время, когда можно пострелять на полкилометра. Вот там вот мы поставили мишеньку. Сейчас у нас дело уже как бы к закату. Смысл какой? Я хотел посмотреть, как будет на 500 метров конкретно опускаться пуля именно вот с этой сайги. Обыкновенным валовым Барнаулом ФМГ. Что у меня получилось? Щит я поставил, ну, наверное, 1.2 метра с чем-то. И с небольшим там, ну, можно сказать, 2 метра. И по ширине тоже 1 метр, наверное, там 1.5, может быть, вот так вот. У меня не получилось поймать пулю. Пуля приходила гораздо ниже. То есть просто так посмотреть, как опускается пуля, не получилось. В итоге, после введения поправок, а поправок было очень много, то есть был задействован баллистический калькулятор, и как бы его даже не хватило. То есть потом еще достреливали, делали клики, пуля уходила вниз и вправо. То есть я сместил ее влево, потому что это порядка 45 сантиметров. И, ну, насколько мне позволяет знание математики, у меня по кликам получилось чуть ли не 3 метра. Могу ошибаться, но как бы там у меня получилось 76 кликов у меня получилось, мне пришлось поднять вверх. Считайте сами, 4 клика это минута на 100 метров. То есть мы стреляем на полкилометра. Ну то есть получается, ну насколько я понимаю, 2 метра 90 сантиметров что ли, я не знаю, как бы, ну падение пули. В общем, в итоге получилась неинтересная процедура с этой пристрелкой. После введения поправок у меня появилось другое предложение. Посмотреть, какая будет кучность. На мишени повесили черный пятачок. С учетом того, что производитель мне говорит, что вот эта сайга стреляет на 100 метров, разброс у нее 106 миллиметров. Ну, соответственно, мы должны понимать, что на полкилометра разброс будет, ну, ориентировочно, там сколько, 50-55 сантиметров, что-то типа такое. Вот, то есть мишень позволяет это сделать. Солнышко у нас уже, жара сумасшедшая, спала. То есть я сейчас сделаю не 3 выстрела. Я сейчас зарядил магазинчик на 5 патронов. Сейчас я сделаю 5 выстрелов. 5 выстрелов. А может быть и 10 сделаем выстрелов. Посмотрим. За мишенью я поставил пакет из досок. То есть там будет доски 50-ки, их, по-моему, 9 штук, то есть 5-9, 45 сантиметров доски. Попаду я в них или не попаду, не знаю, но поэтому как бы сделаем 5 выстрелов, как бы посмотрим заодно и кучность, и посмотрим заодно вообще, что это из себя, и заодно посмотрим, как пуля там, куда она, что она. Просто самому интересно, вот ради интереса, как бы что и как. Давайте по-быстренькому, я не буду долго выцеливать там что-то, потому что это не высокоточная стрельба. Поэтому заморачиваться с какими-то там супер выстрелами тоже неинтересно. Очень неудобно, идет встречный контровый свет. Идет довольно-таки сильная засветочка идет. Давайте попробуем, как говорится. Что получится, то получится. Пять выстрелов сделали. Ну, ствол нагрелся. А знаете что? С учетом того, что будет большой разброс, я думаю, что будет незазорным зарядить еще 5 выстрелов. И как говорится, ну и что, что ствол нагрелся. Ну и ладно.
Просто очень хочется, чтобы пуля все-таки прилетела, попала в этот пакет из досок. И посмотреть вообще на полкилометра, что эта пуля может. Потому что как бы предыдущие разы реально меня шокировала проникающая способность. Я не ожидал, что 39-й патрон может пробивать такие пакеты. Давайте также быстро отстреляюсь. Очень неудобно. Солнце уже садится. Все или нет? Да, все. Сделали 10 выстрелов. Я считаю, что стрельба беглая. Надеюсь, я в камеру не попал, которая снимает непосредственно там мишень. Вот, а то будет как-то обидно. Вот, сейчас мы подойдем, посмотрим. Ну, как бы отрывы я допускаю, но мы общую какую-то картинку все равно сейчас с вами получим. Давайте поедем на полкилометра, потому что пешком как-то я уже сегодня устал. Итак, мы с вами отстрелялись, пришли мы на свой рубеж, на эти полкилометра. Смотрите, что у нас получилось. Видимо, как бы немножко взята поправочка неправильно. По высоте, у нас пули все сместились сюда. На расстояние, ну, СТП, если взять, где-то 55 сантиметров, все пули ушли вправо. Но! Что самое интересное, из 10 пуль я обведу каждую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот она, десятая. Я думаю, теперь видно хорошо. Все мои пулечки. Можно их, наверное... Давайте я сделаю такую... Вот такую вот какую-то линию. Как-то по крайним пройдусь. Но они как-то у меня пули пришли... Вертикальный разброс. Вот получилась вот такая вот интересная, забавная штучка. Как вы видите, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Насколько вы видели, я стрелял довольно быстро, бегал, особо ничего не выцеливал. Я считаю, что кучность... Давайте возьмем по самым дальним, чтобы быть оптимально честными. 64 сантиметра по дальним. Тридцать пять по ближним. Вот такой треугольничек. 64. Ну, на 500 метров, я думаю, что разброс 64 сантиметра, я думаю, что великолепно. Что я хочу сделать? Я хочу сейчас ввести поправочки. Все-таки я хочу ввести поправочки, да? Сделать серию из 5 выстрелов. А может быть, из 10, как карта ляжет. Потому что с той стороны мишени вас ждет сюрприз. Это пакетик из досок. Я хочу в него попасть и посмотреть на проникающую способность пули ФМЖ Барнаул на полкилометра. Вот из этой сайги. Сайга МК-03. С кронштейном. Китайская зенитка и прицел, старый мой добрый, это самый первый мой прицел, Липерс, переменная кратность 2:7 с 32-м диаметром объектива, кратность стоит 7. Давайте еще переместимся обратно на наш стрелковый рубеж и сделаем еще серию выстрелов для того, чтобы попасть все-таки в центр круга и, соответственно, поразить доски наши. Давайте стрелять. По-быстрому с вами прибежали
на стрелковое место, зарядил 5 штучек, потому что уже солнце садится, практически уже, вот можно сказать, солнце уже буду стрелять. Давайте, сейчас я также сделаю бегло 5 выстрелов. А знаете что, давайте еще 5 я туда сделаю. Как говорится, расстояние большое, а в бревна попасть хочется. Все равно, хотя бы одну, но попадем же. Ну вообще, конечно, на полкилометра еще тот азарт. Пойдемте смотреть, что получилось. Итак, сделали вторую серию выстрелов. Вот это у нас была первая, я думаю, видно, что у нас получилось здесь. Отстрелялись мы, стреляли с ID, с моей любимой, с прицелом Липер 2 на 7 на 32 на 7 кратности. Смотрите, что у нас получилось. Я буду обводить попадания. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот одна попала у нас. Вот тут не видно. Вот она, 10-я. Думаю, как бы будете, как бы видно, наверное, вам будет. А может быть, ну, постараюсь показать вам все. Значит, сейчас я соединю все это дело. Получился у меня вот такой вот, ну, те, которые внутри, я не буду обводить. Вот. Вот такой квадрат. Раз, два. А, прошу прощения, вот она пулька еще. Я про нее что-то как-то, как говорится, окрылился. Вот так вот у нас получается. Вот. Это мы считать не будем. Ну, в принципе, как вы видите, по высоте 10 выстрелов было, да, то есть как бы мы учитываем, что отрывы по-любому побывают, да, тем более серия выстрелов с 10 выстрелов. Я делал, ну, я считаю, довольно быстро я стрелял. Что у нас здесь получилось верхнее? Скажем, вот проведем горизонталь, да, в принципе, почти на одном уровне. Что у нас здесь получилось нижнее, почти на одном уровне. Ну, как бы, я думаю, мне простите, на 500 метров такое небольшое, как говорится, расхождение. По высоте давайте проверим. Первый раз у нас получилось 64 максимальное удаление. Здесь, наверное, будет чуть побольше. Что-то мне так кажется. Нет, тоже ровно 64. 64. Как-то кидают, я заметил, что пули вертикально. Не горизонтально, а вертикально. Солнце садится, становится не жарко, но комары почему-то... Мое жаркое прям нападают.
В общем, вот так вот отстрелялись из вот этой замечательной вот моей любимой Саёшки с прицелом Липерс 7,62 на 39. Ой, прошу прощения, это калибр, а прицел 2,7 на 32. Уже заговариваюсь, устал немножко за день. И сейчас, наверное, будет самое интересное. Как вы видите, с той стороны на вот этом уровне лежит брикет. Сейчас мы посмотрим. Сейчас камера возьмет. И мы с вами сделаем очень интересный момент. Показываю на камеру. Вот такой у нас. Видно? То есть вот такая вот у нас 47, ну с половиной там, 47 пусть будет, расстояние. Каждая доска у нас идет 50-ка. Так, с этой стороны чисто, выхода нет. Очень неудобно на этих колесиках. Так, что у нас здесь? Здесь я вижу раз, два, три, четыре попадания. Четыре попадания у нас все-таки есть. Поймали мы пульки. А вот оператор мне подсказывает, вот она еще одна. Вот она, раз, два, три, четыре, пять. Ну вот как бы из десяти пять штучек попали. Ну расстояние мерить не буду, тут как бы 20 на 50, вот тут 20, то есть 20-ка доска. Сейчас мы возьмем ножичек и будем по одной досочке вот так вот отрезать. И смотреть. Так, что я вижу? А вот интересно получается, что у нас раз, два, три, четыре, пять. А здесь, походу, они не вышли. Вот это, по-моему, вышло только. Одна, вот она. Ага, вот она еще вторая. И вот, ну это может быть вмятины. Это может быть вмятины. Я сейчас эту доску, помеченную кругляшками, положу вниз. И посмотрю вот эту. Ага. Все-таки это были не вмятины, потому что вот они дальше идут. Вот они идут дальше. Раз, два. Сейчас я даже обведу их фломастером. Их там сколько было? Раз, два, три, четыре. Пять штучек было. Ну, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, как бы, входные вроде бы есть. Это третья 50-ка. Стрелял, повторюсь, Сайги. Калибр 7239, Барнаул, валовый ФМГ. На полкилометра, на 500 метров. Так, смотрим дальше. Чудо какое-то, неожиданно. Четвертая пятидесятка. Раз, два, три, четыре, пять. Комары, слушай, атакуют прямо. Ну, хватит, наверное. Что-то тут как-то срослось прямо. Прям прилипло. Ага, смотрите, как интересно. Пуля, вот она торчит, видно ее? Вот она, пулька. Значит, вот эта пулька у нас ушла вверх. То есть вот они как шли. Вот они. Получается, это ушла вверх. Это у нас четвертая пятидесятка, 20 сантиметров. Вторая вот тоже ушла вверх. Ушла, она убежала. Сейчас я даже скотч уберу. Чуть-чуть так весь не буду брать, потом разваливаться. Вот. И из пяти, вот она, раз, пулька. А эти пошли дальше. Вот они наши, пятая, вот она поверху ушла. Сейчас мы посмотрим. Так, ну эту пульку мы видим. Вот она. Ну, при желании
Можно, конечно, ее достать, наверное. Ну, в принципе, особо не обязательно пульку увидели. Это была у нас четвертая пятидесятка. Вот это у нас пятая пятидесятка. Ага. Судя по тому, что она держится, я думаю, что тут пуля. Да. Ага, вот смотрите. Раз, два, три. Вот эта пуля у нас застряла. Раз, два, три. В четвертой. Вот, четвертая доска была, пуля застряла, вышла наполовину. Вот четвертая доска. И у нас еще вот эта пуля застряла. Вот эти две ушли вверх. Вот это мы увидели. Осталось вот эти две. Вот эти две пули. Раз, два, три, четыре. Вот она, пятая доска. Пятая доска прошла. И вот она в шестой доске. В шестой доске. Вот она одна пулька. Вот она другая пулька. Сейчас мы их обведем. Вот. Это у нас доска номер 6. Раз, вот сюда. Это шестая доска. Ну, вытаскивать, я думаю, смысла нет. Так они зашли сюда прям. Это довольно-таки хорошие, свежие. Свежая доска. Так, эти мы сейчас сюда мы уберем, чтобы они нас не мешали нам. Что мы в итоге имеем? Сайга МК-03 в калибре 7,62x39 с самым коротким стволом. Барнаульской валовой оболочкой ФМЖ на расстоянии 500 метров. На расстоянии 500 метров, значит, пучность мы получили, но я возьму дальнее расстояние, в обоих группах по 10 выстрелов мы получили 64 сантиметра. Ну, это разброс вертикальный, да, там горизонтальный получался там что-то в районе 25, по-моему, что-то там около 30. Вот, то есть, как бы разброс, ну, на полкилометра, как бы, такой сайги, как бы, ну, смысла нет стрелять, да, но по своим силам, по проникающим, это абсолютно свежая доска, это остатки лаги делали на чердак, она свежая, свежайшая. То есть, получается, раз, два, три, значит, одна пулька у нас застряла, наполовину вышла с четвертой доски. Мы посчитаем, 20 сантиметров она прошла. И еще там, еще один сантиметрик, да, вот она. Две других прошли еще досочку. Еще досочку. Это получается пятая. И в шестой доске вошли и застряли. Доска номер 6. То есть получается, из 10 выстрелов 5 попали, и 2 пули из 5 залезли, пробили, 5, 25 сантиметров пробили, и вот как бы в шестой доске, в 30-й, ну, грубо говоря, 30, там, в шестой пятерке застряли, 25 сантиметров пробили. Ну вот, как бы вот такой вот очередной тест, немножко сумасшедший, потому что, ну, полкилометра и такая сайга, ну, я давно хотел. Потому что, ну, баллистический калькулятор, это все хорошо, но это теория. Сюда хочется, как бы, практику какую-то попробовать. Очередной, как говорится, опыт, очередной раз попробовал. Надеюсь, вам понравился этот эксперимент. Думаю, может быть, кому-то будет полезен. Может быть, кто-то снимет какие-то вопросы там насущные, которые когда-то там мучились. Потому что не у каждого есть возможность отстреляться на полкилометра. Вот. Ну, и я с вами, как говорится, прощаюсь. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх, жмите на бубенчики, чтобы не пропустить видео. Не болейте. И, как говорится, всем пока.